Всем привет! Сегодня речь пойдет о лучшем сувенирном UF-принтере с размером печатного стола 60 на 90 сантиметров. По нашему экспертному мнению, это Nakai UV0609PE3. И не только из-за его превосходного современного дизайна. Если вам интересно, почему мы так считаем, то этот обзор для вас. Итак, меня зовут Александр Ефимов, и вы из компании Papillons. Погнали! Сувенирный UF-принтер Nakai UV0609PE3 имеет плоский подвижной печатный стол с вакуумным прижимом, предназначенным для удержания запечатываемого предмета. Особенно удобна функция вакуумного прижима для мягких материалов, например, бумаги, ткани или тонких листов пластика. Настройка на толщину запечатываемого предмета производится за счет подъема портала принтера, а автоматическая настройка на толщину материала производится при помощи лазерного барьера, который работает как во время простоя, так и при печати. Обращаю ваше внимание, что направляющие, по которым двигается стол, от тайваньской компании Hivin, а направляющие каретки от японской компании THK. Это показательный пример того, как разумно подходит компания Nakai к подбору компонентов для изготовления тех, чтобы вам не приходилось переплачивать за излишнюю точность или надежность, которая так и не будет выработана за несколько десятков лет эксплуатации принтера. Сама каретка оснащена тремя печатающими головами Epson XP600. Самая ближайшая к краю печатают прозрачным лаком, средняя предназначена для цветных чернил СМИК, а также имеет два канала для Light Cyan и Light Magenta, которые можно использовать по желанию. И третья голова, расположенная в самой глубине каретки, полностью заправлена белым цветом. За счет такой богатой конфигурации принтер способен печатать одновременно всеми тремя головами во всю их ширину и накладывать за один прогон стола все три слоя – белую подложку, цветное изображение и выборочное лакирование. Это самая удачная комбинация среди сувенирных UF-принтеров, потому что это максимальная скорость печати задания, содержащего белый, цвет и лак. В последней версии Nakai UV0609PE3 – самая удачная конфигурация расположения элементов в каретке. Это очень важный показатель, поскольку значительно облегчает обслуживание узла каретки. Обе UF-лампы здесь светодиодные с воздушным охлаждением и расположены с левой стороны каретки. Та, что крупнее, предназначена для закрепления белого и цветного слоя. Она имеет регулировки мощности свечения, что очень полезная опция, например, при настройке печати на капризный материал или печати белого слоя с несколькими повторениями. Снижение мощности лампы позволяет избежать пересушивания чернил. Маленькая лампа предназначена для закрепления лака и может перемещаться по специальным прорезям для изменения лакового слоя с глянцевого на матовый. Притом здесь, в отличие от брендовых производителей, вариантов полуматовости лака великое множество за счет того, что лампу не обязательно сдвигать в крайнее положение, а можно оставить промежуточно. Направление свечения ламп тоже немаловажный параметр. У Nakai UV0609PE3 имеется наклон излучателя UF-лампы, позволяющий избежать закрепления чернил на поверхности голов при печати зеркальных материалов. Такой особенностью могут похвастаться далеко не все принтеры. Возвращаемся к правой части каретки. В данной версии Nakai UV0609PE3 использованы наиболее удачные бесклапанные демпфера, что доказано многолетним опытом общения нашей сервисной службы с принтерами Nakai. Расположены демпфера и чернильные трубки так, что их замена максимально проста, и в большинстве случаев клиенты осуществляют ее своими силами, не прибегая к покупке услуг инженера. Печатающие головы Epson XP600, использованные здесь, находятся в свободной продаже и стоят просто смешных денег в сравнении с головами основных конкурентов этой машины. Купить их можно как в компании Papillons, так и в других источниках. Головы не имеют каких-либо кодировок, прочих моментов, усложняющих жизнь. Чернильный трак Nakai UV0609PE3 имеет рециркуляционный круг на белом канале и систему перемешивания чернил внутри чернильных емкостей, что делает крайне устойчивым белый цвет. За кареткой на портале находятся чернильные емкости, в которые заливают чернила. Каждая из них оснащена системой контроля уровня чернил. При падении уровня ниже заданного начинает моргать светодиод и подается звуковой сигнал. Это обезопасит вас от воздушивания трака. В принтере Nakai UV0609PE3 вы можете использовать любые чернила, так как система не зачипована. Однако я рекомендую использовать чернила NASDAR 260, разработанные специально для такого типа печатающих голов и дающие превосходный результат годами на этих принтерах. Система парковки и сохранения печатающих голов состоит из нескольких элементов. Самый важный – это парковки. Их тут три по числу голов. Поднимаются они шаговым двигателем при помощи электроники. Это наиболее подходящий вариант для данного размера каретки и количества голов. Работает эта система надежно и тихо. Принтер вообще тихий сам по себе, что расширяет возможности в вопросе выбора места для его установки. Вайпер двигается поперек и протирает головы поочередно. Это, кстати говоря, значительно лучше, чем система с единым вайпером во всю ширину карет. В нижней части портала расположена емкость для отработанных в ходе чисток чернил. Она небольшого объема, так как принтер тратит очень мало чернил при прочистке. Nakai UV0609PE3 оснащен системой автоматической чистки в ходе простоя. Это позволяет оставлять его без внимания надолго время.
В левой стороне портала имеется абсорбер для сброса чернильных капель перед началом печати. Он убирается внутрь принтера для удобного быстрого доступа к подошве каретки принтера. Принтер оснащен удобной панелью управления с огромным количеством функций, более напоминающим своим содержанием японские принтеры, чем конкурентов китайского производства. Фронтальная панель принтера вместе с панелью управления выдвигается вправо на 30 см для легкого доступа к клавишам управления, когда стол выдвинут вперед на максимум. Данный принтер имеет опциональное устройство, предназначенное для печати на цилиндрических предметах. За один раз можно запечатать одновременно два цилиндрических предмета. Вы можете перемещать держатели, которые имеют упор для донышка и опору для горлышка, если вы печатаете конусный предмет, например, бутылку от вина. Это устройство отлично дополняет и без того широчайший арсенал возможностей принтера Nakai UV0609PE3. Также хочу напомнить о том, что компания Nakai поставляет свое оборудование вместе с отличным комплектом инструмента и запасных частей. В этом же комплекте лежит профессиональное программное обеспечение RIP-программа PhotoPrint с лицензией и физическим ключом. Теперь немного о размерах. Без коробки принтер имеет минимальные габариты 165 см ширины, 165 см глубины и 68 см высоты. Также стоит учитывать, что стол может выдвигаться за общие габариты принтера на 30 см назад и на 20 см вперед, а высота может увеличиваться на 18 см за счет подъема портала. При установке рекомендую организовывать удобный подход сзади для дополнения чернильных емкостей и располагать компьютер для отправки заданий справа от принтера со стороны панели управления. Это упростит и ускорит работу на принтере. Подключается принтер одним кабелем к сети 220 вольт и стандартным интернет-кабелем соединяется напрямую с компьютером. Соединение только прямое. Сетевая карта в компьютере должна быть строго гигабитной. Для того, чтобы у вас сложилась более полная картина о сувенирных принтерах и возможности этого принтера, я настоятельно рекомендую вам посмотреть видео, посвященное младшему его брату Nakai UV0406. Ссылку на него я обязательно оставлю в закрепленном комментарии. С вами был главный технический эксперт коммерческой службы Александр Ефимов. Вы были в гостях у компании «Папилон». Все самое лучшее только в «Папилон». До новых встреч!